Состояние после успешного спектакля. 4 раза вызывали. Партер встал. Евгений Калинин, браво! В Москве после спектакля ты сразу едешь домой. Так, отработал. Тем более за рулем. Даже в глаза друг другу посмотреть некогда. Пока-пока. На гастролях все иначе. Праздник только начинается. Впереди время принятия алкоголя. Первый стоп принимается прямо в гримерке, и горизонты расширяются. Опа! И ты в Диснейленде. Автографы у выхода уже не раздражают. Ой, Евгений, а можно мне тоже автограф? Ой, Евгений, а можно сфотографироваться с вами? Как вас зовут? Настя. Сколько вам лет? 15. Давай, иди расти. А расти, учись хорошо. А, простите, а можно автограф? Спасибо, спасибо. Алисочка, Алисочка, пора, пора. Так, возьмите, возьмите свою ручку. Артисты устали, нам пора. Алиса, Алиса, хорошо, прошу. В руках букеты, в букетах записки с телефонами. Но, к сожалению, уже не соотнести букеты с лицами. Поэтому звонить страшно. Артисты устали, им надо отдохнуть. Вокруг много людей. Сейчас начнется бал. Потом тебя как-то сажают в микроавтобус. Под снежным саваном зеленая тайга. Горит костер, еще не кончилась махорка. Смертельно грозная студеная бурга. В лицо целует горячо до зори волки. По колено полмостом снег. У водителя всегда шансон FM. За окном не Москва, темно, город спит. У них-то праздника нет, им на работу к 8. Простите, нам долго ехать? Да нет, мне далеко, 20 минут. А поменяйте волну, пожалуйста. Да не вопрос. Начинаю катастрофически трезветь. Веселье уходит сквозь поры. Остановись, веселье, мне весело, мне весело, мне весело. Ну вот он, ресторан. Быстро-быстро добежали до длинного стола. Налили за – пьем. Потом разговоры о профессии – пьем. Какие мы молодцы, как мы играли, как нас любила публика, как мы любим друг друга – пьем. Принесли горячее – пьем. Закуски остыли и завяли. Все курят, а мужчины глупо улыбаются. Наступает фаза романтического приключения. Ну, хочется этой фазы. Хочется, хочется. Праздник. Праздник должен к чему-то привести. Счастливый конец. Оглядываясь по столам. Братан, красава, иди к нам. Спасибо, не надо. А где женщины? Где эти красивые женщины в платьях, которые 2 часа назад стояли с цветами в партере? Официантка. Хотя, девушка, а вы были у нас на спектакле? Нет. Так чего, завтра приходите? Завтра уезжаем. А вы? Скажи, а есть какие-то клубы у вас? Ну, такие, без криминала. В промзоне. А, промзоне. Так, а это кто? А, партнерша, коллега. Коллега. Как-то свет на нее, что ли, упал. Это она на меня сейчас так посмотрела. И в груди теплеет. Легко, как будто гелия вдохнула, и жизнь вновь наполняется смыслом и надеждой. Еще рюмку закрепить состояние. Блин, партнерша, геморрой неизбежен. Но я же просто поговорить. А там посмотрим. Дотряслись до гостиницы, в номер она не пойдет. Спасибо. Алиса, а давай посидим, поболтаем. 10 минут, 20 минут, 40 минут. Я люблю ее.